Это новый парк, его только в этом году сделали в Геленджике на набережной. Вот мы только вошли в парк, видим вот этого огромного динозавра. Рычит головой, машет. С этой стороны встала, здесь немного получше его снять. Стоимость билета в этом парке для взрослого 300 рублей, для ребенка 200. Ходить здесь по времени, наверное, можно неограниченно. В прошлом году здесь ничего не было, кроме вот этого тротуарчика и заборчика. Под этими деревьями мы оставляли коляску, чтобы к морю ее не спускать по крутой лестнице. А в этом году приехали, идем снаружи, такой забор с рекламками, динозаврики. Мы были в таком парке в Архипо-Осиповке, нам там понравилось. Но там открытое пространство, получается очень жарко гулять. Территория хотя больше. А здесь классно, в тени. Можно пройтись, почитать про динозавров. О каждом написано. На примере одного покажу. Немного информации, длина, вес, питание, чем они питались. В нашей семье ребенок неравнодушен к динозаврам. Поэтому мы уже почти всех знаем по названиям. В Геленджике также есть такой парк в центре, в парке аттракционов. Но там еще меньше территория. Мы здесь все обошли два раза. Первый раз пофотографировали, второй раз просто прошлись, прогулялись. Теперь они там у нас копают в песочнице, играют. А я для вас снимаю. Вот девочка проходит, девушка молодая, очень приятная сотрудница. Она здесь фотографирует всех желающих. Какие игрушки огромные. Стала рассказывать. Девушка фотографирует. Сюда за ограждение проходить нельзя. Написано штраф 1000 рублей. Но если вы согласны фотографироваться, причем фотографии вас не заставляют выкупать, вы можете их не выкупать, просто зайти за ограждение, потрогать динозавров, сфотографироваться. А можете потом фотографии на память выкупить. Фотография стоит 200 рублей. Ну, то есть, даже если вы фотографии не будете брать, вы все равно сможете попасть за ограждение и потрогать их. На ощупь они такие резиновые. Ну, очень здорово, особенно деткам маленьким. Даже немного побаиваются, потому что они настолько реалистичные. Рычат, шевелятся, глазки у них моргают. Фотографии мы еще не брали. Какой-нибудь, наверное, одну выберем. Здесь еще локации для фотографий, сейчас покажу. Вот такая голова динозавра. Туда заходите внутрь. И есть вот яйца динозавриков. Тоже может ребенок зайти и сфотографироваться. Правило. Вот написано, штраф за сломанный зуб 1000 рублей. И тут уже нескольких зубов-то и не хватает. Чит у меня? Я динозавр. А какой ты динозавр? Я какой? Юля динозавр? А мама, кино маленького. Сейчас. Здесь лавка с сувенирами, с игрушками, разные динозавры. На обе стороны магазинчик выходит, на набережную и с этой стороны. Вот еще дочка привела, мама не показала динозавра маленького, который только вылупился из скорлупы. Да, из яйца только вылупился. Юля, тебе тут интересно? Да. Понравилось?
Привет! Вот такие раньше машины были, громадины. Да, навряд ли бы мы с ними ужились на планете. Тяжело было бы людям с такими соседями уживаться. Ты, Юля, на динозавре катаешься, да? Ну как катаешься? Жетончик не купили? Посидела. Да? Дети динозавра откапывают. Нашли динозавра? Ага. Покажи. Заходи сюда, мам. Ух ты, ничего себе, точно откопали? Мама, это что это такое? Это его позвоночник. Позвоночник, вот точно. Это начинается хвост. Или вот это начинается хвост. Точно. Мама, покажи, я тебе покажу пальчик. Давай, тут черепашку. Да. Ой, а вот а здесь... Да. А вот тут еще ноги не откопаны. Вот археологи юные. Да. Да. Вот здесь должны быть короткие Вот сколько ноги. Разных тут динозавриков. Припасли. А, это вот такая ракушечка, которые раньше были огромные. Пришли мы домой из динопарка, решила показать вам фотографию. Хотели взять одну фотографию за 200 рублей, все-таки нас уговорили. Ну, разочек можно, мы взяли, вот получается сколько, 1, 2, 3, 4 фотографии большие, одна маленькая, 3 магнитика за 900. По крайней мере, торгуйтесь, им они не нужны все равно. В любых таких местах эти фотографии нужны только вам, им не нужны. Бумага уже отпечатана, потрачена с краской. Так что берите фотографии, фотографии красивые, очень яркие. Вот такая красота у нас осталась на память после прогулки по парку. Всем, кто будет в Геленджике, советую посетить. На этом видео заканчиваю. Всем пока-пока!